Итак, мои дорогие друзья, Дубдёр снова здесь, Дубдёр снова с вами. Сегодня мы сразимся с моим другом. У моего друга сегодня день рождения. Класс! Сегодня праздничный бой, ребята. Это будет просто праздничный бой. Посмотрим, что сможет наш дружок. Поздравляю тебя, мой друг. С днем рождения, желаю тебе счастья, крепкого здоровья и, конечно же, любви. И как можно больше побед. Побед над мальчишками, которые особенно плохие здесь. Наказывать их чаще. Так, чтобы они плакали. Не плакали, вернее. Что они могли делать? Они чтобы хотели. Не знаю, чего они хотели. Но они чтобы такие понимали, что они встретились с таким бойцом, который просто уничтожает. Погнали. Ларри Холмсик. Вчера мы было начали вот этот бой реваншный, но что-то у нас, короче, зависло в этом. Когда раунд кончился, анимейшн никакого не было, просто вечный экран. Экран смерти у игры тоже бывает. Отлично, вот это, конечно, было немножечко не то. Валюшечный. Бона. Дарик. Увидали, какие у Тайсона? У него лапки, короче, когда он боковушечный. По боку. Когда он бьет бок боковушечный. Корпусишкой хотел сказать, никак не скажу. Потому что тут не кишечник, а тут, короче, селезеночка типового. Угу. Ну будем. Наш боец уже без головы остался. Ларик. Итак, думаю, друзья, многие посмотрели уже, как сегодня Микки Борт просто убил ребятам его Артура Гатти. Вы видели, он просто смертельный апперкотчик. Я думаю, что я уже не спойлерю, потому что все бои уже по-любому увидели. Там было страшнейшее, ребята. Прикиньте, короче, смертельных апперкотчиков отлетел. Короче, от смертельного апперкотчика просто от бота. Ну, конечно, бот. Честь и хвала нашему дорогому разработчику, ребята. Лили Мак. У него ник в Дискорде. Он занимается ребятишками вот этими. Интеллектешками, короче. Они очень проказные стали. Проказники, короче, не боятся ничего. Ух, Бона. Ой-ой-ой. Вот у Тайсона просто такие скрипучие удары, когда он попадает, типа, прям аж все трещит. И как тут говорить, не застопоришься, иногда там по-любому застопоришься из-за того, что... Не попал. Голова была не закрыта, конечно, опасно. Боковушечный, левый. Толкнем Тайсюшка. Танцуешь. Блок почти кончился. Пять бью мимо, цели близко. Мы как раз без головы остались, но раунд закончился. Это хорошо, нам повезло просто, ребят. О, у Тайсона уже разбито что-то там, конкретно. Но было скрыто за... Не могли увидеть, что у него там разбито, короче. Бровь или переносца. Хорош, апперкотчик с левой. Тайсон и Фьюри. А, все, мы видим, переносится. Страшнейший. Прям апперкотчик легенький, такой прям
Ну, у него Ларри Холмсика, ребят, вы тоже знаете, что его перкочки. Просто опасно. Вот так вот идем. Можно двигаться, но никак я не научусь, короче. Стиком двигать хорошенечко. Хочу как в балете. Опасно, опасно. Хотел обмануть, но... Пацан, так, погнали, погнали, погнали. Сегодня посмотрел бой, просто нашел, короче, бой. Ну, попался мне. А Мухамедишкина, короче, против Фразереныша, там, блин, ну и страшнейший. Еще кто-то говорит, силовики не могут сильно биться долго. Сегодня в конце, конечно, подустали, но все равно. Драчки были страшнейшие, драчка была страшнейшая. Выживаем. Ух, дружище, ты немножечко не успел, но ничего. Погнали, погнали. Ну, у нас ничего, представляешь? Ну, Тайсон жмет, жмет, жмет. Тайсон страшный жмет. Апперкотчик. И боковушечная, еще апперкотчик. Хорош. Селезеночку. Селезеночку Тайсон подрезали. Просто страшнейший. Ну, Тайсон волосатый, классный. Блин, я вообще просто поражаюсь. Ну, художник от бога, ребят. Разработчиков. Это просто красота. Как так можно, блин, на ребятишек делать? Если ребятишкам побольше денег, я думаю, у них вообще там может быть. Просто настоящий блокбастер. Он так и есть, блокбастер. Просто тут не хватает сюжетки, конечно, с красивыми этими видео заставками, как, допустим, Fight Night Champion. Держимся, держимся. Ох, красиво. Нельзя, я забыл. Хотел написать красиво. И чуть это. Че там? Забыл, что вставать надо. Ну, я не могу. What is this round gonna look like after all the drama of the previous round? We're both of these athletes. Ага, перкочек. Опасно, опасно, опасно. Далековато, далековато. Толкаем, потому что он сейчас по-любому усиленный хочет сделать. Нам надо спасать голову. С трудом мы выжили. Далеко, далеко, далеко. Tyson Fury just unlocked.
Опасно, опасно, опасно. Ух, красиво залетело. Страшно, страшнеешь. Да. Нашего бойца тоже переносится, просто разбит, ребят. Хламище. Очень страшно. Чуть-чуть не выжил. Чуть-чуть не хватило нам. Страшно. Погнали. Ларик, давай. Держись, дружище. Астамин нету. Хорош. Потихонечку. Печень. Жесть. Просто не смог ничего сделать. Все. Тайсон разделал. Дожал, молодец, да, дожал, дружище. Не успел я отойти. Жестенько. Опасно, опасно, опасно. Великовато. Хорош. Ага. Хорош. Боковушечный. Боковушечный. Залетел страшнейший. Мы страшнейший боковушечный. Они падают прямо, ребят, как в настоящих блокбастерах. Просто наистрашнейший. Улетают. Такие прям падают так красиво, как будто вот прям, ну, в фильме. Молодой Юрик. Не, ну да, бывает такое. Ну смотри, смотри, мы все равно проигрываем. 4 очка у нас. Да, молодец. Киркочек, кишечник. Блок, 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 блок. Киркочек хотя усиленный. Ага, подустали, подустали. Не попал. Выжили, выжили, с трудом. Держимся, держимся. Хорошо, накидали ему. Ага, ага. Хорош. Положил. Отправил Тайсона. Просто отдыхаем. Но он страшно, страшно, ребят. Очень опасен. Мы все равно проигрываем, потому что там на 4 очка, ребят. Это просто страшно. Тяжелый, тяжелый, потненький боевчик. Down in the last.
Кишечник. Кишечник. Апперкотчик хотел, не попал. Угу. Бона, бона, бона. Кишечник. Голову, голову, держи, держи. Головой-то совсем нет. Хорош. Фу, вот сейчас бы на апперкотчик налетел. Было бы страшнейшим. Кишечник. Ох, положил. Преимущественно залетел. Наистрашнейший. Хорош. Да, просто жестенько. Ларик, Ларик наш отлетел просто от страшнейшего Тайсона прямое. Это было просто погибель. Фу, восьмой раунд. Продержались, продержались, выдержали, выжили. Тайсон берет колено. Молодец. Жестенько, жестенько. Но сейчас он после колена восстановит свое здоровье. Надо с ним быть поаккуратнее. Очень опасно. Хорош. Левый апперкотчик. Ух. Хорошо, боковушечный. Выживаем, выживаем. Боковушечный забросили все-таки. Да, усиленный. Погнали, погнали. Хорош. Ага, опасно, опасно. Тише, тише. Тише, держи. Ага. Хотел обмануть Тайсона, но не получилось. Левый апперкотчик. Ох, ё! Толкаем, толкаем, блок, блок. Хорошо. Хорошо. This round can go either way, 10 seconds to go.
Раунд закончен. Ну хорошо, хорошо. Итак, 11-й раунд. My motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing, because you've won that hands down. Кишечник, ну уже ударчики такие слабенькие. Уже содрогаем воздух. Ага, что там? Ух! Да, Ларри Холмсика. Травмирован, аккуратнее. Ну такие, друзья, просто сечки страшные. Опаснейшая сечка. Погнали. Держимся. Все, садимся на колено, как раз восстанавливаюсь немножко. А то он нам сейчас доделает сечку, просто страшно. Фу. Жестенько. Ну этот бой страшнейший, просто страшнейший. Да. Итак, 12-й раунд, погнали. Уже все, не попадает. Вынес, молодец. Тайсон выносит Ларри Холмсика. Голова, поднимайся, Ларик. Страшно, конечно. Очень опасно. Опаснейший бой. Погнали. Все. А, нет. У Тайсона теперь заплыл глазишко. Я думал, это у него умывается. Нет. Ларри Холмсик сделал Тайсону красивый подарочек. Четыре секунды осталось. Да, он боялся, что не выживет. Молодец, хорош. Да, но мы, конечно, проиграем, потому что он Тайсон глаз открылся. Страшно. Молодец. Крутой бой. Страшнейший. 114-108. Ну да, он меня тут прям сильно давил. Сильно зажал. Молодец. Силен. Его Тайсон оказался просто мощнейшим парнишкой. Силовые удары. Ну да, так, хорошо, классный бой.